Анонс и точно дата выхода 26 серии турецкого сериала «Маленький лучик света». 26 серия сериала выйдет в эфир 20 марта. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Элиф сказала Ферае, что лично видела видео, которое пришло ей на телефон. Это она убила свою мать. Затем Элиф забрала Гюнеш и стала вместе с ней уходить. Ферае прокричала вслед Элиф, что она может идти куда угодно. Только вот Гюнеш останется с ней. Она полюбила Гюнеш, и мать свою тоже любит. Затем охрана отобрала ребенка у Элиф, и она ничего не смогла сделать. Элиф говорит Ферату, что они не вынуждены жить в аду лишь для того, чтобы быть счастливыми. И не страдая с добром, человек может оказаться сильным. Или же должен быть таким. Ферат видит, как сильно расстроена Элиф, и пытается ее успокоить. В этот момент Ферае начинает срывать всю свою злость на маленькой Гюнеш. И девочка была сильно напугана. Она не может смотреть на ее лицо, которое постоянно заплаканное, и требует от Гюнеш, чтобы та хоть немного улыбалась. Элиф никак не может смириться с тем, что там Гюнеш осталась совсем одна, и переживает за нее. Вдруг ей смогут причинить вред. Элиф удалось похитить Гюнеш, но Ферае вместе со своими людьми остановила ее. Ферат сказал Ферае, что она победила. Он говорит с адвокатами и передаст ей в руки все акции, которые принадлежат его матери. 26 серия сериала выйдет в эфир 20 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.